Ребят, ну поздравляю вас с победой. С победой такой очень условной, потому что в итоге вы прошли в плей-офф. Игра была очень тяжелая, очень напряженная, с кучей моментов и у тех, и у других. Как готовились, к чему готовились и как смогли в итоге вырвать? Потому что, ну, ситуация в группе была очень нестабильная, могли пройти три команды. Как готовились к такой напряженной игре? Ну, как мы готовились? Тренировались, как готовились. Сегодня к сопернику вообще не готовились, как бы думали, в одну калитку их вынесем и все. Но оказались слабые и слабыми, да, Сережа? Магнитные бури. Ну, и вы в свои ворота, ну, так, напривозили хорошо. Было видно, что в какие-то моменты немножко подрасслаблялись. Как вы будете настраиваться к следующим играм? Потому что, ну, очевидно, что уже в плей-офф такого не позволят соперники и будут наказывать. Ну, наверное, чуть побольше отдохнем, потому что под нагрузками ноги довольно тяжелые. Сегодня это было... Сегодня это максимально чувствовалось, то, что мяч буквально не шел в ногу своим партнерам. Вот. Постараемся с легкими ногами разыгрывать более точно. Что могу сказать? Ну, если будем так же играть, как сегодня, мы как бы дальше никуда не пойдем. Да соберемся, конечно, соберемся. Следующую игру чекайте, разнесем пацанов. А вот на следующую игру кого бы хотели встретить в стадии плей-офф? Если даже не из тех, кто вышел, а есть у вас какие-то, не знаю, принципиальные, может быть, соперники? Да кого угодно, давайте. Ну не, было бы, наверное, интересно сыграть с командой из нашего универа. Ну, можно сказать, с друзьями. Вот, это было бы прикольно.